Всем привет! Меня зовут Анна Багмет, мне 38 лет. Я родилась в Санкт-Петербурге, в семье врачей, я бы даже сказала, в династии врачей, но так вышло, что я не захотела стать врачом и почему-то решила стать актрисой. Ну, на самом деле, этому предшествовало очень много всевозможных событий. В школе я, по-моему, больше занималась театром и музыкой, чем училась, хотя училась я хорошо. Вот, вот так вот меня постепенно судьба моя привела в эту профессию, в это прекрасное дело, которое уже, конечно же, никакая не профессия, а образ жизни. Я закончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, драматический факультет в ТИСА театра и кино. Проработала в Петербурге в нескольких театрах где-то 5 лет, а потом судьба меня занесла в Москву. Хотя я совершенно не собиралась в Москву ехать, и у меня не было таких амбиций покорять столицу. Но вот как раз-таки мое попадание в Москву, оно было абсолютно судьбоносным. В Санкт-Петербурге в мой день рождения, 30 октября, в Александринском театре проходил кастинг на мюзикл «Кошки» компании Stage Entertainment. Это был самый первый проект этой компании в России. И я как-то так, проходя мимо, увидела это объявление, думаю, дай забегу. Забежала на свою беду или на счастье, не знаю. Вот, и через неделю раздается звонок, и меня приглашают на воркшоп в Москву на 10-дневный, и мне говорят о том, что я прошла кастинг. И вот я здесь, в Москве. Проработала год в Москве в мюзикле, и потом встала перед выбором оставаться в Москве или возвращаться в Санкт-Петербург. И я выбрала третий вариант, я уехала в Англию учиться. В конечном итоге я вернулась в Москву, осталась, осела там. И начала практически все с нуля. Я вот проработала 10 лет в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Сыграла разные роли, но в основном, учитывая мою фактуру, мою внешность, меня, конечно, чаще всего приглашали на роли таких, скажем так, периодически легкомысленных красоток, каких-то соблазнительниц, роковых красавиц. Таких вот любовниц, ну, к сожалению, вот, наверное, я бы, конечно, попробовала себя в каких-то более серьезных вещах, я бы очень бы хотела сыграть врача, например. Это моя мечта. Снимите меня в медицинском сериале, у меня генетика, у меня 3 поколения врачей в семье, я знаю это очень хорошо, я это чувствую, я очень хочу сыграть врача. Доп. Навыки. Я играю на музыкальных инструментах, гитара — это мой первый инструмент, и классическая, и рок-гитара. Всю жизнь любила рок-музыку, джаз, фанк, джаз-фанк, вот такую вот музыку. Хотя пою в разных стилях, от классики до мюзикла. Языки английский достаточно свободно разговорный, ну, естественно, не имея постоянной практики, что-то забывается, но при ситуации, когда я нахожусь, например, в англоговорящей среде, у меня очень-очень быстро все возвращается. У меня есть что сказать. У меня есть что сказать, это абсолютно однозначно. Я прошла очень многое и в одиночестве, потому что повзрослела по-настоящему и немножко увидела жизнь. Я только тогда, когда приехала в Москву и начала все с нуля, когда я была совсем одна. Вся моя семья находится не здесь, не в этом городе. Поэтому мне бы, конечно, хотелось что-то очень серьезное попробовать. Очень, очень человеческое, очень глубокое, жизненное, чтобы люди могли найти в этой героине отклик.